Здравия желаю. Вижу, мир находится в саду специй. Сейчас мы пойдем на экскурсию по специям Занзибара. В 1886 году от арабский стран. Но сейчас у нас очень много, особенно на остров Пемба. Но вот дерево, это гвоздичное дерево. Как гвоздика растет? Начинается цветок маленький, а потом будет такие зеленый, после зеленый будет и красный. После красный можно собираться, а потом на пол сушить. Дерево растет и фрукты. Что за фрукт? Джекфрут. Джекфрут, да. Джекфрут, сейчас это сезон джекфрут. У нас очень много джекфрут, которые растет сейчас на остров Занзибар. Это по вкусу похоже на ананас, другие сказали, другие на манго, но будем пробовать. На конце экскурсии будем пробовать. Они начинаются маленькие, а потом будет большой, а потом самый большой. Как будет знать, что уже готово или через 2 дня будет готово? Будет запах. А потом, однажды так, будет звук, большой звук. Это значит, небольшой звук не готово. Надо ждать хотя бы на 1 неделю, а потом будет готово. Давай еще про марихуану. Апаригани, зури сана, ати вагени, накарибишва, Занзибар yetu, акуна матата. Занзибар это дерево называется европейческое дерево. Почему европейческое дерево? Они сказали, вот все большие дерево. Они из Европы, поэтому называется европейческое дерево. Но это дерево фрукты нет, нет цветок. Просто большая, как зонт для тени. Ну как-то оно используется или нет? Просто нет, большая, да? Нет, все. Фрукты нет. Ну как лиана. Угу. Тип лиана, да. Красавчик, правда. Пешен или маракуя. Маракуя. Маракуя это, да? Слышал фрукт? Да, маракуя. Все-таки это маракуя? Угу. Но все-таки это маракуя. Маракуя. Не готов, когда готово будет желтый. Зеленый, а потом желтый. Но это маракуя. Маракуя. Сок, джуис и кушали как фрукты. И это грейпфрут, да, это получается? Да, грейпфрут. Грейпфрут не помыло. Это грейпфрут или это что? Или это помело? Какая? Грейпфрут это английский. Ну, интересно просто. Так что это и помело, и грейпфрут в одном флаконе. Там маленькие зеленые бананы. Кстати, красный банан не пробовали? Эй, брат, ты куда полез? Перчик. Ой, а можно я вас сфотографирую? Перчик, перчик, перчик. Сейчас. Я уже не понимаю. Что... Мы уже кажется... понюхали. Расскажите нам, что это такое. Что это такое? Профессионально прям, да. Какой перец? Черный перец. Хороший перец. Но острый или не очень? Не помоги. Окей. Вот перец. Это черный перец. А чтобы черный перец растет, надо другие дерева, чтобы помогать. Это как passion fruit. И другие вот деревья, как лиана. И если три сезона в год, каждый 3 года растет, это значит каждый 4 месяца. 3 раза в год, но каждый 4 месяца растет. Новый перец. Но... Перец черный. Арабика. Что? Да. Кофе. Вот кофе, но на остров Занзибар только арабика растет.
там на материке арабика и рабуста. Но чтобы рабуста растет, надо место, которое есть горы. И вот. Но в Занзибар у нас нет вот горы. Зато у вас чай есть. А вы растете? Да, конечно. Тогда не А кстати, как и дерево. Вот эвкалипт также пахнет абсолютно. Запах эвкалипта. Ну вот эвкалипт я здесь не вижу. Вы нас просто обманываете. Водите, обманываете. Лимонграсс нет сезон, каждый день растет. Когда зимой, когда летом, когда дождь, каждый день есть. Но лимонграсс это как трава, не дерево, это как трава. Но лимонграсс на острове Занзибар используется как специи, особенно для чая. Я очень люблю чай с лимоном грасс. Даже дома у меня есть вот лимон. Лимонный грасс используется для чая. Занзибар, that's why you can see we have like a competition. When the women use nutmeg, men are going to find the ginger. So that the first to get a lot of children. Some family of Zanzibar, one mother, they got to find the 15 children for one mother. So I don't know by using nutmeg. So this is nutmeg. Вот оно. Прям скатная река. Вот скатная река. Внутри есть орех. Но вот цветок. Его надо немножко подсушить. Это использовать для создания парфюм. Chanel номер 0. Во Франции там они создали вот Chanel номер 5. This без химии, поэтому Chanel номер 0. Тоже это использовать как специи для Thai food. Имбирь растет на коре, но три раза в год, а каждый день. На суахтили имбирь, так как и по-русски? Сангавизи. А, я думал это. Имбирь, сангавизи и джинджер. Он такой маленький? Ну, есть, да, маленький, вот растение, вот маленький. Но на коре там есть вот, большая коре. Но... Ваниль. Это ваниль, друзья мои. Ваниль, да. Айскрим. А, ну да. Они же продаются такими же крючками в магазинах, только черненькие. Так что это такое? Расскажите нам. У меня уже руки. Кора. Корица это, да? Значит, корица. Корица, да? Ну, это я вообще не понимаю. Запах. Мне кажется, просто у нас... Потому что на корице дерева все использовали. Листья использовали как специи, но это сухое листья. Мы ставили на чай или на каша, потом будет вот запах. Но запах это не как кора. Вот кора использовать как специи или кашва. На чай у нас вот кофе добавить, плов. И у нас корень. Корень корица использовать как лекарство. Надо. Кроты ищут корень корицы. Говорят, пахнет совершенно по-другому. А, так это корень, наверное, этого, да? Чего? Корица. Ну, они его весь обрезают. Коро обрезают. Корень какой. Что это такое? Это все знают, да? Осторожно. Рот будет желтый. Да. Это что это? Морковка, это овощ. Куркума? Да, это куркума. Ну да, руки я чувствую, уже желтая. Куркума растет на корень. Видишь, вот куркума. А, вот это, да? Здесь нужно сознание потерять. Так что это? Аккуратнее. Это когда в обморок человек падает, ему можно подносить, он очухнет.
Так что это? Расскажи. Что это? Это карри. Это карри. Карри. Карри используют листья. Но листья это сухой листья. Но это индийский карри. Здесь не известна специя, потому что много народ не использует из-за запаха. Очень сильный запах. Но, это карри. Да. Но они, если хочешь использовать, надо очень мало, потому что запах очень сильный. Это использовать на суп, там в Индию, даже они добавят на рис. Чапати. Что такое чапати? Какие мелкие штуки. Мы даже не знаем, что это такое, никогда не видели. Это какао, что ли? Это помада. О, красавченко просто. Индия, индийская. Сама же себе. Я красный свой, волос тоже. Так вот, а по-русски как называется? Здравствуйте, пожалуйста. По-русски никак не называется? Нет. А по-английски? Это на английском, на итвалипе, она туда, на английском. Ух ты, вот это помада. Да. Ну вот помада, на русском помада. И зубы желтые, видишь, да, ну это у них красиво.